мы, наше поколение хочет знать. Да. Для кого мы жили и боролись? В чьи руки попадет воздвигнутое нами здание? А что вы, собственно, беспокоитесь? Любопытно было бы узнать, молодой человек, те принципы, по которым вы собираетесь существовать в обществе. А принципы самые несложные. Хотелось бы иметь приличный оклад, машину, квартиру в центре города и дачу в его окрестностях. Ну, к примеру, обольщу вашу дочь, женюсь на ней. И дело, можно сказать, в шляпе. У вас и связи имеются, и денежки водятся. Не захотите же вы сделать несчастной жизнь единственной дочери? Найдете же, возможно, в институт меня пристроить, и тепленькое местечко выхлопотать, и квартиру постараюсь купить. А, Агнеса Ивановна? Квартира, ты слышишь? Вон! Безобразие!